Увидеть все и сразу. В конце июля в столице Чувашии начнут курсировать экскурсионные автобусы и троллейбусы. Наша съемочная группа побывала на одном из тестовых выездов и узнала, какие достопримечательности Чебоксар включены в маршрут. Речной порт для старта экскурсионного маршрута выбрали не случайно. В течение лета множество туристов прибывает в наш город по Волге. Для них установят специальный информ-центр. За 45 минут поездки автобус сделает 5 остановок. На каждой из них гостей встретят аниматоры и экскурсоводы. Во время передвижения будет работать аудиогид. Этот тур-маршрут, он рассчитан и как на жителей города Чебоксары и республики в целом, так же и на тех гостей, которые прибывают к нам в течение всего года. Потому что маршрут, он интересен, он уникален. В рамках этого маршрута у нас уже разработаны комплексные обучающие программы. Это будет дополнительной возможностью и туристам, и нам, наверное, по-новому войти в историю, узнать историю того края, где мы живем и родились. Маршрут составляли историки и экскурсоводы. Во время пробной поездки организаторы вносили необходимые коррективы, уточняли детали, согласовывали факты. В частности, было дополнено о том, что история города, она начинается не с 1555 года, а гораздо раньше, что город наш возник как булгарский, как булгарское поселение, возможно, еще в 13 веке. И легенда была приведена, которая подтверждает это. В столичной администрации отмечают, к старту экскурсии все упущения и недочеты исправят. Кстати, на маршруте будет курсировать два автобуса с 10 утра до 9 вечера. Так что оценить новый вид образовательного туризма сможет любой желающий. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.